привет! В самом начале 11-го выпуска шоу «Маска» на телеканале «Украина» ведущий Владимир Остапчук, который на минуточку предстал перед публикой совершенно обнаженным, копируя образ Терминатора до того, как он снял одежду с байкера, но после полностью перевоплотившись в «Железного Арни», ведущий объявил, что в 11-м выпуске маску снимут сразу с 4 участников. И с первым из них он познакомил телезрителей со специальным гостем, это Мохито. Супергит! Мохито! Который исполнил песню Дидзё «Я и Сара клёва пара». И судьи практически сразу выдвинули две версии. Это Алексей Суханов, ведущий социального шоу «Говорит Украина», и Эктор Хименес Браво, неизменный и неповторимый ведущий кулинарного шоу «Мастер-шеф». Так как в подсказках было заявлено, что гость приехал в Украину и она стала для него вторым домом. Но и к концу выступления практически уже не было сомнений в том, что все-таки это Алексей Суханов. И так оно и оказалось. Кто под маской Мохито? Может, это действительно какая-то блогерша? Она співачка. А с вами был канал Гарик Талисман ТВ, подписывайтесь, если вы еще не сделали этого, и спасибо за просмотр, пока-пока.